Так. В Германии нет поздравления президента в 12 часов. Я когда включала телевизор, вот, не помню, сколько времени было, я сегодня такая уставшая. Вот. Шольц выступал. Заранее, что ли? Но мне не когда было его слушать, понимаете? Вот не задача, как-то не срослось, я не знаю. Сейчас сколько? 59 минут. Пожалуйста. Без поздравления президента. Ну. Ты сама у нас главный президент. Ну вот. Хотела увидеть. В последнее время что-то так боюсь шампанское открывать. Волчонок, не бойся. Можно было, конечно, не стучать, но... Налью по целой. Мне больше не надо. Я тебе больше не наливаю. Так. Ну, сейчас сколько уже? Ну вот, значит, продолжаю. Сколько? Все, пожалуйста, сестричка. С Новым годом! И вот, видишь, сколько бахает, значит, все, наступил. Вон, у нас полностью озаряется все. С Новым 2023 годом! Ребята, всего вам хорошего, всего вам самого доброго, здоровья, всего, что вы хотите сами себе пожелать. Всего самого-самого лучшего вам, всем подписчикам, просто проходящим по моему каналу, кто меня просто приходит смотреть, кто меня просто приходит обзывать и оскорблять, всех вас с Новым годом и всего вам самого-самого хорошего. С Новым годом, с новым счастьем! Ура! Ура! Ну, можно, да, пить? Кислая. Кана надо. Я говорю, шампанское можно пить? Кислое. Кислое, потому что оно сухое. А мы любим полусладкое. Вот, 0,01. Сегодня Юле сказали, что Юля у нас... Кто? Кто? Белобрысая Клеопатра. Да. Так я хорошо подстриглась, и они говорят... Вы прям как Клеопатра в блонде. Говорю, понятное дело. Прям как увидели меня, говорю, сразу поняли, что я девушка, женщина очень красивая, симпатичная. Ну, не знаю, надеюсь я так, что меня этот мастер подстриг, как я хотела. Ну, тоже пришлось мне с ним немножко прям чуть не для конфликта, вот честное слово. Я говорю, ну не надо, я не хочу, не разделяйте мне челку так вот, одну по кусочку, не стригите ее, кусочек, потом еще кусочек, потом еще кусочек, поняли, так вот, она вот так вот, вот, я говорю, не надо, так просто ее возьмите вот так вот, зачешите и чик, и обрежьте. Ой, наверное, ножницы не возьмут, ну только разве что машинка. Я говорю, ну хорошо, давайте машинка, еще лучше. Ой, а у меня нету такой шапочки, должна быть, знаете, такая вот, защитная маска, и она так машинкой тогда. Я говорю, ну не знаю, ну сделайте как-то, говорю, так, чтобы, говорю, я была красивая. Я говорю, ну не хочу, говорю, я стричь. Лариса, ну попробуй. Я говорю, не хочу, я пробовала уже, не хочу. Стороны тоже.
со стороны частного сектора. Ну это кто не был под обстрелами. Ну, я раньше очень любила салют и фейерверк. А сейчас прям как-то. Ну, понимаешь, ты говоришь себе, что это фейерверк. Но все равно.